Сейчас мы подключимся по Wi-Fi к камере Экин. Сейчас мы подключимся по Wi-Fi к камере Экин H2. Запустится приложение. Вот так вот снимает камера. Это мы сейчас через приложение. Я снимаю с экрана своего смартфона. Как видим, вот я двигаю камеру. Вот так вот она снимает. Здорово. Вот у нас это другие еще камеры. Нет, это я сейчас вот камеры через камеру снимаю. То есть вот я даже вижу изображение в своем смартфоне в радиусе действия Wi-Fi. Эта камера передает на смартфон картинку, и мы можем управлять также, вот нажимать на кнопочку «Запись». Это мы сейчас вот прям записываем это видео. И сейчас нажмем на кнопочку, допустим, «Пауза». Это мы остановили запись. Также тут есть настройки. Можем выйти из приложения. Вот. В этом приложении. Так, давайте. Сейчас в этом посмотрим приложение. В этом приложении, значит, мы можем сделать запись, да, с какой у нас будет частотой, то есть вот HD, допустим, 1080, 30 FPS, допустим, Full HD, и 720p, это slow motion, это медленная запись. Давайте 720p попробуем записать что-нибудь. При записи мы, скорее всего, это не увидим. Что тут так вот медленно так все стало, да? Но это при воспроизведении мы это можем увидеть. Сейчас мы давайте воспроизведем то, что у нас тут. Так, запись я нажал, ничего не туда нажал. Также можно сфотографировать, сделать снимок. Сделали снимок. И давайте посмотрим, тут у нас что я наснимал. Я уже тут много раз снимал. Давайте посмотрим вот последнюю, наверное, запись. Вот 32, наверное. Это как раз вот эта медленная съемка. Сейчас загружается с камеры видео на смартфон по Wi-Fi. И смотрим, вот, вот сейчас замедленная съемочка такая была. Slow motion называется. Видим, да, прям вот все медленно. Сейчас я вот телефон только поднесу. Тут можно промотать, кстати. Да, это тут чуть-чуть я снял. Давайте, ну-ка, вот это посмотрим. И она сохраняется в память телефона. Вот когда вот сейчас вот передается. Также она хранится на флешке. На самой флешке, на камере хранится. В общем, таким образом можно экшн-камеру использовать, удаленно управлять ей с помощью Wi-Fi. Можно как камеру видеонаблюдения, видим, да, как медленно slow motion. Можно замедленные съемочки такие снимать. В общем, ссылочка на камеру будет под видео. Камера классная, снимает отлично. Угол обзора, сами видите, громаднейший. То есть это вот экшн-камера, самое что ни на есть то. И удобное приложение, то есть пользоваться приложением удобно. Не сильно много тут функций, конечно, в этом приложении, но зато нет ничего лишнего. Как бы все самое необходимое у вас под рукой. В общем, камерой я доволен. Камера снимает отлично, и вы это прекрасно видите. Кстати, вот какой-то глюк был, но это, видать, с Wi-Fi связано у нас, что-то с сетью, да, наверное. Что-то какие-то помехи, потому что у меня тут много устройств. То есть у меня тут устройств много стоит.
которые с Wi-Fi. Конкретно вот тут именно две камеры, они сейчас именно в работе стоят. То есть, если мы вот сейчас вот посмотрим, да, сейчас включу на камеру. Вот они, видите, стоят рядом все камеры, и камеры эти все записывают. То есть мы можем сейчас подключиться еще к вот этим IP-камерам. Давайте попробуем это сделать. Посмотрим настройки Wi-Fi у нас. Wi-Fi подключен, все нормально. Давайте попробуем подключиться к IP-камере. Так, вот у нас сейчас IP-камера находится в режиме офлайн. То есть сейчас мы попробуем подключиться к ней. Или просто у меня тут что-то... А, да, тут, скорее всего, надо отключить нам. Камера Wi-Fi. Так, ну давайте к другой попробуем подключиться. К ESK мы попробуем подключиться. Тоже офлайн. Печалька.